Деловые круги Казахстана и Азербайджана задумались о перспективах развития экономических связей в постпандемический период. Из-за карантинных ограничений товарооборот между двумя странами в прошлом году снизился почти на 37%. Это и стало толчком к расширению сотрудничества, которое обсудили на совместной встрече, прошедшей в Баку. Стороны считают, создание делового совета Казахстан-Азербайджан поможет в расширении бизнес-контактов. Пандемия создала новые экономические реалии, которые диктуют свои условия. Казахстанские и азербайджанские деловые круги стремятся вернуться к показателям хотя бы до пандемического периода, а после наращивать торговые отношения. Посол Казахстана Сержан Абдукаримов рассказал об антикризисных мерах, которые внедряют в Казахстане. А это поддержка малого и среднего бизнеса, поправки в действующий налоговый кодекс, приватизация госактивов, стимулирование промышленности и активности деловых кругов. Несмотря на сложившуюся ситуацию, растут объемы грузоперевозок между странами. И именно на транзитный потенциал сейчас возлагают большие надежды. Товарооборот в порту Баку за последний год увеличился на 20%. Он почти достиг 5 миллионов тонн. Из них 1 700 000 тонн. В основном это товарооборот с Казахстаном. Он тоже увеличился на 17%. Несмотря на пандемию, мы видим, что очень большой рост именно в этом секторе. И мы очень надеемся, что товарооборот из Китая через средний коридор тоже будет расти. Стороны активно работают над цифровизацией морских портов Баку, Актау и Хорок. На встрече также озвучили предложение по установлению единого тарифа для грузоперевозок и диверсификации возможностей коридора Восток-Запад-Восток. Мы разработали методику формирования тарифов для контейнерных перевозок. То есть эта методика позволяет разработать единые подходы стран при определении тарифов для контейнерных перевозок. В дальнейшем, для того, чтобы оказывать комплексный сервис, комплексную цену выставлять, сквозной тариф выставлять, мы выходим с предложением формирования совместного предприятия. Без общих активов, а именно для того, чтобы был единый менеджмент, единое управление. В Азербайджане действуют 145 компаний с казахстанским капиталом. Азербайджанские предприниматели планируют наладить связи с казахстанскими бизнес-структурами, так как заинтересованы в их поставках высококачественных товаров. Стороны считают, создание делового совета Казахстан-Азербайджан будет способствовать дальнейшему расширению бизнес-связей. Айгун Гасан, Хабар 24, Азербайджан, Баку.